much. Thank you. Всем привет, с вами Настя Рубель, я снимаю свое новое видео. Сейчас мы с вами находимся в Амане. Сейчас мы с вами находимся в Амане, город Москва. Ехали в аэропорт и сейчас будем идти на посадку рейса. Вот впечатляет. Здесь сразу король на картине. Такой огромный аэропорт. Там вход аэропорта для бизнес-класса, здесь для эконом-класса, а слева, я не знаю, там просто, наверное, вход. Так. Я люблю Оман. Здесь картинка, вот я люблю Оман. Классно. Люди сидят, отдыхают. Люди сидят, отдыхают, ждут своего рейса. Друзья мои, здесь уже duty free. Здесь красота новогодняя сегодня. Так красиво здесь, как и в принципе всегда. Сегодня Новый год. Будет Новый год. Класс! Какая необычная задумка. Люстры такие интересные. Это что у нас? Вот здесь продают еду. Здесь лото справа. Что здесь за еда? Прям выглядит очень красиво. Это вот похоже на мечеть, да? Very beautiful this one. Cool, cool, cool. Так. Так, красота такая. Смотрите. Мэйо. Ризван Саян. Крутой такой аэропорт. Так, идем вот сюда. Ускорим наше передвижение. И расслабимся. Банк Дхофар.
комната для молитвы. Мужская и женская. Выходим. Так. Идем дальше. Здесь сидят люди, очень необычные лавочки, скамейки. Кстати, что это? Это можно позвонить по телефону по-обычному. Ну, в смысле, по-старому. Телефон помощи, так сказать. Таких вот, типа как в боксах, стойках распыляют кокосовое масло. على ضرورة عدم تدقيق قائمة الديتيلنت. Thank you. Эскалатор. Комната ожидания. Там вот видите, вот так вот такой переход. И там будет, скорее всего, уже самолет сам. Теперь вид снизу. Мы уже ожидаем посадку. Красота. Please make the Salamander sound.
Это какие-то круги.